Первый этап паводка в Казахстане почти прошел. По словам председателя комитета по водным ресурсам Минсельхоза Ислама Абишева, сильное половодье наблюдалось в 6 регионах страны. Его пик еще ожидается в западно-казахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях. Сюда большая вода придет через 2-3 дня, говорит эксперт. А вот жителям столицы переживать не стоит. Пик поступления воды в Астанинское водохранилище пройден. Он отметил, паводки проходят в 3 этапа и завершатся к середине июня. Пришла вода очень огромная, 430 миллионов кубов воды за 7 дней. Это, можно сказать, впервые за всю историю существования Астанинского водохранилища. Точно такой же, очень большой объем воды прошел по Самаркандскому водохранилищу. Угроза была, но благодаря четкому взаимодействию, значит, местных исполнительных органов и сотрудников комитета по чрезвычайным ситуациям и комитета по водным ресурсам удалось удержать ситуацию под контролем.